Всем привет! У нас очередная поездочка за грибочками. Да, нашли. Ой, муравейник. Тоже неплохо. Нашли. Уже нашли два здоровенных гриба дождевика. Зонтики. Фу, не то сказал. Зонтики? Да, зонтики. Нашли два огромных зонтика. Да. Ну-ка покажи нам зонтики. Один собрала я, а другой мама. Вот такие. Вот это я. Семейство шампиньонов. Вот это я сорвала. Это не специалист у нас доморощенный. Вот это я сорвала. Все знает. А вот еще мелкий помощник у нас, специалист, да, по грибам. Я сорвала. Там вон тропинка еще есть. Я сорвала. Что, туда или туда? Давайте туда попробуем. Да, да, так на тот берег, в смысле. Да. Пойдем перейдем через нашу речушку и посмотрим, а что это? У нас тут есть за грибы. Это кременка, разве? Это кременка, да. Да, кременка. Она там раздвояется. В одну сторону идет какой-то там ручей, а к нам течет кременка. Ну уже вот, пожалуйста, можно тоже яйца валять и пожарить. Они прям так. О, красивые. Как шампиньоны, короче, такой. У нас, конечно, вон там на заднем плане видно, что мы тут не одни. Ну ничего, если грибы есть, то их на всех хватит. Смотрите, какая там. Смотрите, какая там речка. Ух ты, какая речка. Сейчас, пока. Вот у нас переправа. Вот, смотри, какая там. Через нашу речушку. Вот какая. Реку. Какая она красивая. Красивая. А вон, смотри, как она здесь журчит. Очень умиротворяющая. Можно особенно, так целый день. Погода распогодилась. Пойдемте. Погода подходящая, да. Тепло. Так вот можно целый день тут сидеть и слушать, как журчит водичка. Ладно, будем углубляться в лес, посмотрим, что тут есть. Если что-то будет интересное, обязательно вам покажу. Нашли мы красивое местечко. Да, во. О, что тут у тебя там? Сыроежка. Сыроежечку? Одну всего? Да. Не густо пока, зато очень красиво. Здесь такой мох у нас, зелененький, красивенький. Да. Еще бы грибов сюда побольше. Ну, под березы. О, под березы? Ну-ка, ну-ка. Клади ко мне. Ко мне положи. Я боюсь этот ножик. Да не пусть. Тут Ну пойдемте еще посмотрим по этому красивому лесочку. У нас просто тут в основном. А вон там что-то, вон под березой. Да-да-да, пойдем, ну-ка. У нас тут в основном леса-то такие смешанные, заросшие. Ура! Мы нашли грибную полянку. А вон здесь еще, смотрите, три штуки тут под елочкой. Так я их тут и показывала. Не, вот здесь, с моей стороны. Ух, Женьки, развлекуха-то. Давай их срезай, тебе хорошо. Папа правильное место на карте выбрал. Подберезовик болотный. На, Жень. Спасибо. Женя, вон тут, вон еще маленький. Вон, вот. Только глаза береги. А тут под елочками сразу. Ой, пяток шляпку. Маленьких вкусных подберезовиков болотных я бледненьких сломала. Нашли. Вот. Выкручивать надо. Выкручивать. Эта прогулочка мне однозначно нравится сегодняшняя. Нравится, потому что ты не лазаешь под деревьями. Ну так, кто-то снимает, кто-то работает. Да, пап. У всех своя работа, точнее. Да. А ты залезь вон под елочки с другой стороны. Это уже кто-то сажал. И там еще есть. Это плохой. Да-да-да. Они еще вырасти не успели. Мы же не попнемся еще раз. Вот этот плохой маленький. Вот там еще маленьких. Его не сорвать. Вот только вы. Не, она к этому не пролезет. Ну, пролазь. Осторожно. Давай. Выйдешь в стороны. Нормально. Больше нет пока. Ну-ка покажи. Вот. Болотный подберезовик. Уже неплохо. Бледненький такой.
Давайте покружимся, еще что найдем. Под елочками. Может, что-то у нас тут еще прячется кто? Я с папой буду. Жень, не надо с папой. Иди с мамой лучше. Только не надо разделять. Папа сейчас вон сюда залезет, посмотрит. Может, мы что-то еще найдем. Вкусненькое. Ну давай вот под этими елками покрутимся маленькими. Под маленькими елочками маленькие грибочки. Холм! Холм! Пойдемте на него! Пойдемте на него. Давайте пошли. Вот у нас таких мест, где можно вот так вот прекрасно с ребенком погулять, очень мало свободных лесов таких чистых. В основном везде куча подлеска, какие-то болотины. А тут мы так удачно сегодня заехали, прям красота. Как будто мы в сторону Карельского перешейка поехали. Но такие пятачки, они у нас по площади небольшие, поэтому не часто попадаются. И, естественно, люди тоже про них знают. И народу везде хватает, так что сухо очень. А зато классно. Мы же не столько за грибами, сколько гулять. Поэтому ты сама так сказала, между прочим. Вот, а тут смотри, какой лес обалденный. Да, какой большой. Вот это тут уже все эти пообломал. Ну так тут людей-то много ходит. Главное, помнишь, что там уходит? Назад. Тем более здесь прекрасно ловят ЛТЕ. Так что не заблудишься. Ну, деревня-то в двух шагах. Ну давай вокруг вот этой поляны обойдем все. Жень, вот туда не бессмысленно идти, там просто, ну... Заросли? Заросли. Ну вот я же говорю, это маленькие такие кусочки леса. Попытаться, конечно, протиснуться можно. Жень. Ну ладно. Пока сделаем паузу, обойдем окрестности, если еще грибы найдем. Сделаем включение. Не, грибной супчик мы потом сделаем. Я имею в виду, что мы пока камеру выключим. А потом, если что найдешь, Жень, покажешь, я сниму. Пока обойдем, посмотрим, что у нас есть в этом волшебном лесу. Да, пойдем дальше. Очень красиво. Прямо по холмику. Не, мне что-то подсказывает. А я наконец-то нашел вкусное. Говорили, что нет, тут ничего, пойдем. Но кое-что все-таки есть. Царский грибочек. Ну, один. Ну, пока один. Зато как тут красиво и хорошо. Клади к нашим царским зонтикам. Очень классный кусок леса. Суховато, правда, но очень красиво. И очень хорошо ходить с ребенком. Вот, например, смотрите, какая... Белый гриб сосновый мы нашли. Какая огромная-огромная старая ель. Лес очень классный вот в этом месте. Мне прям нравится. Грибов не особо, к сожалению, суховато, но ходить очень приятно и красиво. Пошли туда, там мокрее дальше. Ну пойдем посмотрим. Видите, какая красота. Много свободного места, под ногами ничего не мешает. Как в парке. Еще в лесе белых была целая поляна. Ну, народу много, конечно, что делать. Не, с другой стороны, меньше, чем у нас возле речки, они там набрали. Мы же далеко не уезжали. Поэтому. Ну давайте опять разделимся. Я в одну сторону, вы в другую. Так будет больше шансов. Ну я вот обойду с этого края, с правее. Сыроежка тоже пойдет. Мы особо не привередливые, когда собираем грибы. Ну вот. Во-первых, у нас
ассортимент шире, потому что многие, например, думают, что колпаки там, и вот мы сейчас взяли... Как называются эти две здоровые? Зонтик. Два зонтика, а они практически деликатесные. Так вот, взяли два зонтика, например, поганка и поганка на вид, как мухомор какой-то белый. Вот. Никто такое брать не будет. Но мы-то знаем, что их можно есть. Поэтому нас устраивает вполне. Поэтому наш список съедобных грибов больше, чем бывает. Мы, конечно, не будем выпендриваться, что мы там прям грибники такие все из себя. Ну, кое-что знаем. Ну вот, поэтому то, что мы можем собрать, опята, например. Многие не берут опята. Хотя грибы обалденные, запах обалденный. Чистить не надо. Корешок отрезал, там, если выдернул с корешком, да, и все. Чих-пых и готово. Отличные грибы. Так, тут уже кто-то недавно был, естественно, раздаю гриб. Вот, а многие опята не собирают, опять же. Почему? Не знаю, думают, что поганки какие-то на дереве растут. А это же вкусняшки. Тем более, кто знает, как, когда сезон опят, и они растут просто ведрами. Чего вы там? Ась? Не нашли ничего? Сейчас я с этой стороны обойду, может, чего найду. Вот, так что грибов съедобных очень много на самом деле. И многие берут далеко не все. А мы этим пользуемся. Вот, что-то я нашел. Вот такой грибочек. Только у меня руки заняты, правда. Надо до своих дойти. Переложить грибочек. Тоже хорошо, сейчас я подойду. А иди сюда, здесь грибы. Сюда иди. Ко мне, назад. Здесь же грибы. А они ушли. Надо собирать. Там вон еще грибочек. Я думаю, что еще сейчас найдем. Давайте, давайте там. Ладно, буду собирать, а то руки заняты. Потом продолжим. Сменился у нас резко пейзаж. Вместо хвойного леса у нас теперь такое тоже красивенькое местечко с молодыми маленькими березками. Вот за мной видно. Ну вот. И что-то мне подсказывало, что тут тоже может быть что-нибудь интересное. И я сразу кое-что нашел. Вот такой хорошенький грибочек. Идем дальше. Еще одна остановочка. Еще грибочки. Это поход у нас поудачней, поприятней. Вот. Сейчас покажу, что нашли. Вот они. Красавчики. Вот еще грибочек тут у нас есть. Ой, трава большая. В общем, как обычно, все самое вкусное часто растет вот просто по дороге. Тихо, Женя, не раздави. Не раздави ценности. Мамуля там еще на разведке. Нету ничего? Ну, сейчас посмотрим, может, еще что-то. Да, часто вот самое вкусное, оно любит свободу, так сказать. И вот белые всякие вкусные и прочие хорошие грибы. Просто вот идешь, где свободно, без всяких зарослей, ну, в смысле, там, кустов и прочего. Хлоп прямо вот в траве, и все. Хлоп. Скушали? Вообще. Женя, аккуратно рви только снизу. Может, еще ну что, есть можно? Нет? Только шляпку. Эх. А счастье было так возможно. Ой, ну, бывает в жизни огорчение. Ладно, пойдем еще посмотрим. Ничего.
шли и нашли вот такую штуку. Что говорит о том, что людей тут хватает. Там еще вон огонь зажгли. Так что вот такой тут шалаш. Да, похоже, это с пентухой. И написано тут. Даже название у этого заведения есть. Да. Засвечивает. Берлога, в общем, написано. Да. Да, Женька? Похоже, этот шалаш забросен. Нет, почему? Тут неплохо. Можно посидеть, поиграть на гитаре. Да. Попеть песни. Да, хорошо так себе. Нормально? Да? Угу. Вот, место для костра. Пойдете? Барная стойка, я так подозреваю. Так что, в общем, ничего такой навес. Во! Отсюда даже реку видно. Даже реку видно, видишь, с видом. Можно любоваться сколько угодно. Да. Да, видно речку. Тихо так себе. Спокойненько. Вот. То, что так себе, это хорошо, точно. Хорошо, так чистенько. Нравится. А где чистенько? Вон там бутылок. Пойдем, под диваном полно. За мамой. Пойдем, мама уже убежала под грибы искать. Да. Все, мы находились, набродились. Устали. Женька уже совсем устала. Сколько мы ходим-то в итоге? Часа три опять? Ну вот, опять часа три. А у Евгении Сергеевны это критический интервал времени пока что. Вот. Для ее возраста это и так подвиг. Да и взрослые обалдевают. Ну да, и мы-то устали, как бы по лесу ходить-то не по парку, все-таки там пробираться-то надо кое-где. Вот, так что кое-что пособирали и грибы. Надо ехать домой отдыхать. В общем. Грибы. Грибы? Вот Женька уже все, прям на дороге села. Да. Отдыхать. Женя, слышишь, как стрекочут? Ага. Отдыхай. Куда ты пошла-то? Отдыхать. Так в машину пошли. Но поехали домой. Да. Нет, мы пойдем домой. Смотри, какие красивые чертополохи. Хорошо, красиво. О, смотри, какой шмель прилетел. Красота. Тихо, птички поют. И мышки. Какие еще мышки? И мышки белые. Скажи папа, что у меня из кавы получилась заводная мышка. Заводная мышка у тебя? Угу. Вот это? Угу. Вот так вот, это заводная мышка. Устала, да. Пусечка? Да. Пойдем домой. Но я хочу поотдыхать на мосту. Это ты ключи убрал куда-то? На мосту мы не пойдем отдыхать. Серьёзно? Мы идем домой. А я не хочу домой. Жень, надо ехать домой, мы же грибочки чистить будем. Ты же хотела суп грибной варить. Да, сварим грибной супчик. Сваришь? А кто черники наелся? Я. Я. Ну, бум-бум-бум. Все, поехали домой чистить грибочки. Пока-пока.